Всем хаюшки, с вами Амбрелла. Я решила опять, снова, вновь, я не знаю, как еще сказать, попытать счастье на джекпоте. Но сегодня, кстати, со мной танцует, тут рядышком стоит, тут рядышком, видите, вот это вот, типа в очках. Это наш легендарный Ваня, который опаздывал когда-то. Вот. Он сам себя спалил, я бы его не узнала, но он сказал, а ты меня тоже знаешь вообще, да, я как бы это, я как-то раз опоздала, но я сразу поняла, кто это, понимаете? А вот так тебе и надо, что ты музыки не слышишь. Да ладно, шучу. Всем удачки. Там уже 152 бит, это жесть. Это просто жесть. Ну давайте напишу удачи, я думаю, я успею. Да, я успела. Ура! Ох. Все могло бы сложиться иначе, но сложилось именно так. Я держусь курса, что начал, держу над головой свой флаг. Все комплименты оставьте. Так, ну пускай будет одна для начала. Давайте по нарастанию пойдем. Сначала одна, потом две, потом три, потом... Ты скажешь, я самоуверен, на финиш поставить все на места. Это чувство быть первым, позади 99. Ну вы поняли, короче. Две. Много потрачено сил. Да вы что, гоните, что ли? Пять звезд два раза подряд. Жесть. Однажды утром проснулся, решился на переезд. Согласен, все. Так, три, как обещала. Одна. Нет, не работает моя тактика, купим 4 звезды. Холодный джек в стакане, кубик льда. Мой город поглотила суета. Ой, блин, я же хотела 4 накопить. Умнички, девчонки. Да-да. Блин, противный голос. Не знаю, то ли это Львана. Ну, простите, пожалуйста, но не люблю я его. Так, я коплю 4 звезды на следующий шаг. Так. Умничка, Юлька, молодец. Кстати, узнали Эссу? Эсса там со мной танцевала в игре «Танцуй», когда я снимала обзор. Она посмотрела мои видео и решила тоже скачать МСТАР. Я уже, кстати, говорила, что очень многие скачивают МСТАР и Парапа после моих видео. Блин, это так приятно, серьезно. Ну, короче, я опять не угадываю нифига. Это какой-то кошмар. У нас столько раз сегодня... Столько раз сегодня 5 звезд попадается. Жесть. Откуда их взять-то, когда их всего одна? А надо 3. Умничка. Я уже боюсь нажимать, пускай будет одна, ну что, был шанс, реально был шанс, видите, моргает Чейнс, реально был шанс, мы четвером нажали. Пускай будет три, а ну четыре, ну беда, и на последний шаг остается два, посмотрим, ну две, в смысле, не два, две. Две. Нет, четыре. Ну, короче, ребят, во всем виноват Эльван, короче. Да понятно, сейчас любители Эльвана скажут, там, подпишут, типа, о, да это не Эльван, типа, виноват, это виноваты твои кривые руки в этом, и твоя кривая логика, ну. Для меня виновата песня, все, короче. Спасибо, да, все умнички, спасибо большое за ранг, спасибо за компанию, умнички, реально умнички. Всем спасибо за просмотр, с вами была Амбрелла, всем пока.